Ну что, без тактики? Просто так. Так там можно вообще не так. Это так. Тактика для слабаков. Просто в кафе. Пойдемте поймите. А, ну тут фан, там есть. Ваша точка зрения, колодец, собираете, по колодцу шлепали, подбираете дальше. Вы готовы? Проверка связи. Готовы? Да. Проверка связи с колодцем. Да, внимание! Готовы! 3, 2, 1, 2! Да. -1. Надо туда принести. Так, стреляемся. У нас боков стана, смотришь, у нас нет. Давай так, ты скажешь то, что чисто, я прибегу к этим зеленым. Давай. Чисто, пошел.
Блин! Верхняя часть туловища! Верхняя часть туловища, я не вижу ее. Санька, прямо за тобой. Сказал убитый, я убит. Патроны кончились? А? Патроны кончились? Да. Одна обойма. Я лол, правда. Чё, кто победил? Чё, флаг у нас? Да. Так вот. Вон. Вот. В самом начале раунда туда заныкал и всё. И забыли все про него. Магазин отстегивай.
Я все ждал, пока он выскочит. А что, флаг не трогали? Вы не трогали? Слушайте, я кого-то... Затащили с тобой, короче. А? Затащили с тобой. Да. Я, короче, видел то, что желтый и синий вот друг с другом что-то стояли. И, походу, ты, да, рядом с кем-то? Очень рядом был. Не знаю, я вот здесь, короче, задефал, когда кто-то такой хитрожопый хотел через нашу базу прийти. Вот, да, у тебя почти получилось. Так у нас офигенно, мы факт бросили в самом начале туда. И оборонялись. И тупо сидели и оборонялись. А то у вас уже и чили. Да, бегай. Давай, я с тобой. Иди за флагом, за флагом, надо флаг брать. Никита, ты тут? Да. Флаг видишь? Опа, кто это у нас тут? Давай. Альберт. Там флаг взяли, что ли, уже? Что? Флаг взяли? Видимо. Флаг слева, слева у синего дома. Слева у синего дома флаг. И его защищает Альберт. Так, я спрашиваю. Альберт у синего дома. Флаг там. Флаг там. У синего дома, в синем доме. Кирюха, Кирюха. Я видел, как Альберт заползал от машины к синему дому. Скорее всего, флаг там, в синем доме. Надо туда прибивать. Как мы туда пробьем? А если вот так? Тихо, подожди. Красный дальше. Ну, а что ты думаешь? Давай, давай. Я предлагаю это зарашить. Ни хера себе зарашить, подожди. У него автоматический огонь. Да пофиг. Как мне вообще пробиться в синий дом? Можем под вазик спрятаться, но я не уверен, что левую часть кто-то пасет надо. Чтобы они левую часть расстреляли. Пофиг, да они полюбас обороняют эту хрень. Надо идти. Надо хватать флаг. Иначе будет как в тот раз с вами. Простреляемся тут, а флаг не взяли. У нас же бесконечная жизнь, чувак. Берем флаг. Блин, давай приятно. Вот так. Давай, идет и туда. Погнали. В паре работать будем. Как ты будешь идти? Бежим. А, чё? Через зад, да, пойдем? Да, через зад пойдем. Флаг в синем доме у них. Примерно. Вижу. Бедная Маша. Выглядывает. Давай. Тут одна Маша. Одна Маша за бочкой только. Никита с ней тут дуэлится. Никита, слышь. Строим, блядь, я огонь на нас сейчас подожди. Там Маша на нас забыт. С Машей надо. Надо, чтобы кто-то начал стрелять вообще, как ты, короче. Короче, я попробую своей жизнью. Ну, погнали, короче. Пошел! Убит! Thank you.
Окей. Если Альберт там, то надо зайти попробовать сбоку. Круто. Попробуем. Нормально? Живи. Там чувак сидит за железной. Что, рванешь? Давай, я стартану. Давай, я посмотрю от кого. А я не вижу никого. Я убил. А ты где? Я Машу убил. Выкрыл. Что, прикрываете? Я попробую до трубы. Хорошо? Давай, идем.